Любители лихой езды и нарушители правил дорожного движения, добро пожаловать в нашу программу. Неравнодушные к хамству на дорогах автолюбители по-прежнему активно используют группу «Автохам» в социальных сетях. За минувшие 7 дней у нас снова накопилось множество роликов, которые зафиксировали вопиющие нарушения элементарных правил дорожного движения. Не теряя времени, переходим к их обзору. Итак, поехали. Пешеходный переход возле ДК Ленина. Несколько человек, в том числе женщина с коляской, идут по зебре. В этот момент, даже не сбавляя скорости, мимо, как молния, проносится иномарка. К счастью, лихачу удался его опасный маневр, и трагедии удалось сбежать. Улица Свердлова. Снова рядом ДК Ленина. Белый Kia мчит по встречке, а в завершении всего еще и обгоняет попутчиков на пешеходном переходе. Несколько секунд выиграл, а правила грубо нарушил. Видимо, место здесь такое. Притягивает нарушителей, как магнитом. Улица Дружбы. Поток машин не спеша двигается по мокрой от дождя мостовой. На перекрестке с транспортной светофор начинает переключаться и загорается красный. Это совершенно не волнует водителя Калины. Все так же не спеша он проезжает пересечение на запрещающий сигнал. Характер выдержанный, нордический, ну что тут еще скажешь. Перекресток воинов, интернационалистов и Кирова. Ловкая газель из правого ряда, предназначенного только для поворота по стрелке, выбирается на середину перекрестка и замирает на зебре. Дождавшись зеленого, водитель резко стартует прямо. Оригинальный способ сэкономить время, если учесть, что для проезда прямо работают сразу две полосы. Правильно объезжать любое препятствие на дороге, к примеру, сломавшийся автомобиль, надо согласно правилам движения и дорожной ситуации. Водителю маршрутки не до этого. Машину с включенной аварийкой на перекрестке ГСБ и Лебедева он обходит по встречке через сплошную. Козьмодемьянский тракт. Сплошная линия разметки запрещает обгон. Микроавтобус, точнее его водитель, на такие мелочи внимания не обращает. Лихо обогнал, прибавил скорость и скрылся вдали. Улица Лебедева. Пешеходный переход около остановки в Нагорном. «Лада» выезжает со двора. Ее водитель уже полностью перекрыл весь правый ряд. Останавливаться на достигнутом он не стал и, не обращая ни на кого внимания, начал поворачивать налево. Встречные и попутные потоки от таких маневров замерли на месте. А виновник переполоха все же повернул и был таков. Если вы за рулем и вам не все равно, что происходит на наших дорогах, то снимая на регистратор или телефон те или иные случаи хамства и пренебрежения правилами дорожного движения, вы можете выкладывать их со своими комментариями в социальные сети ВКонтакте в группе «Автохам». А мы расскажем о них в нашей программе. На сегодня это все. Доброго всем пути и удачи на дорогах.